Теперь химчанам, проживающим в жилых комплексах «Две столицы» и «Солнечная система», есть где выгуливать своих четвероногих питомцев. На улице Германа Титова появилась площадка для выгула собак. Она построена силами управляющей компании за счет средств жителей и спонсоров. Хочется отметить активное участие управляющей компании «Жилищная инициатива». Она предоставила нам, помогла нам даже, скажем так, именно с предоставлением рабочей силы, потому что это во многом сэкономило средства, которые были собраны. В противном случае, наверное, нам бы не хватило просто бы денежных знаков. Территория площадки ограждена по периметру. Установлено все необходимое оборудование для дрессировки. Со временем территорию оборудуют специальными автоматами, в которых можно приобрести биоразлагаемые пакеты для тех, кто свои забыл дома. Площадка предназначена не для выгула, а больше для тренировки, потому что для выгула у нас, к счастью, есть немного места. Вот именно вопрос с дрессурой больше всего стоял, потому что люди занимались этим в общественных пространствах, и мимо проходящих иногда пугали. Вы сами видите, достаточно крупные, хоть и доброжелательные доберманы, но мало ли чего. В Химках уделяется большое внимание правилам выгула животных. Для владельцев питомцев регулярно проводятся акции и экологические мероприятия.